старейшины села Тюкябан. Им вместе около 1000 лет. А обсуждают они очень важный вопрос. Юный земляк Меджит собирается взять в жены красавицу Гёйчак из соседнего Барзаву. По традиции, в создании новой семьи принимает участие вся деревня. Просить руки невесты поедет Мирали, старому чабану 148 лет, и он лучший сват во всем Лирике. Сколько семейных оджагов благословил он в жизнь? Пожалуй, больше, чем звезд на небе. Bu kişi mənim atamdır. 148 yaş yaşayıb. Ağayev Məcid Oruc oğlu. 1830-cu ildə anadan olub. 1978-də vəfat edib. Lerik rayonun Tikabat kəndində yaşayıb. Mən onun axırıncı uşağıyam. Ağayev Şirinbadi Məcid qızı. 41-ci ildən anadan olmuşum. 75 yaşım var. Старейшины села Тюкябан. Им вместе около 1000 лет. А обсуждают они очень важный вопрос. Юный земляк Меджит собирается взять в жены красавицу Гёйчак из соседнего Барзаву. По традиции, в создании новой семьи принимает участие вся деревня. Просить руки невесты поедет Мирали, старому чабану 148 лет, и он лучший сват во всем Лирике. Сколько семейных оджагов благословил он в жизнь? Пожалуй, больше, чем звезд на небе.